нету. Хорошо. Жук, можно объяснить ситуацию сегодняшний день по поводу стрелять? Можно, конечно. Ну, вот перед вашим приездом была стрельба пулеметным очередью с ПК. И стрелял танк по мирным жителям, куда-то в город полетел. Ну, разрыва не было слышно. Ну, а так в протяжении всех дней, сколько мы здесь находимся, они непрерывно ведут огонь каждый день. На день по 50 раз, как говорят. И тяжелая летит, и легкая летит. То бишь автоматы и артиллерия. Мы здесь стоим для того, чтобы защищать нашу эту родину, Донбасс. А они стреляют. Мы здесь строим, а они ломают. Мы здесь стоим просто так, а они берут и нас сгоняют отсюда. Для чего мы тогда здесь нужны? Для того, чтобы защищать, правильно? Но они стреляют практически каждый день. Но это неправильно. Что я еще могу сказать? Тем более это укропы. В моем городе, я сам не отсюда, в моем городе сейчас много укропов, которые насилуют, убивают. Ну, убивают по-зверски. А как твой город, Жук? Мой город Дружковка. Я с оттуда родом. Я прожил там 24 года почти. Только здесь последний год встретил. Я здесь воюю уже 8 месяцев. Очень много парней моих, друзей, братанов, как говорят, с которых с малых лет повырастали на одних улицах, которых уже нема в живых. Которые страдают и страдают даже не знают от чего. От каких-то людей. Просто я не хочу матюкаться. Я с удовольствием. Одним словом, это пидорасы. Да, все. Больше мне нечего сказать. Спасибо, Жек. На здоровье.